под эгидой того, что нам всем придется умирать завтра или поздно, и Бог есть, ну, жить-то можно. Жить можно и работать, и дома строить, и земли украшать, и деньги большие иметь, и только делиться, давать всем, и радость от этого. Апостол Петр сказал: благочестие, соединенное с довольством. Почему же? И денежки можно, конечно. А почему? Если у тебя деньги, к тебе придут, скажут: знаешь, это-то, ну, а пожалуйста, как хорошо. И ты доволен, дал, и он доволен. Иду, а у меня 1000. Как шпокнем. А почему? Нет, я нищим не даю, они все пьяницы, обманщики. Они пропьют. А таксисту ты платишь, а он пропьет. Не плати ему тогда. Он же тоже пропьет. Поэтому сложный вопрос.